Здравствуйте. Рубрика «Оснастка и приспособления», и с вами я, Калашников против Эсту. Видео снято специально для сайта Супермебель Билай. В общем, видео короткое, ясно как божий день про что. Три вкладыша, кольца, не знаю как обозвать, я сделал. Не знаю, пока буду использовать без всяких там магнитов, они довольно плотно сюда становятся. Вообще идеально. Наколбасился я сегодня немножко с ними. Но, в принципе, сделать сделал. Диаметр я так подбирал от балды. Этот 21 мм вышел, потому что у меня фреза не совсем по центру. Я вышел насквозь на 20 мм. Провернул вокруг своей оси, стало 21. Здесь, соответственно, брал фрезу 32, значит, примерно 33 здесь по кругу. Вот. И здесь самое большое, на всякий, на пожарный случай, если там какие-нибудь чудные-причудные фрезы. Вот. Единственное, вот это вот кольцо у меня чуть-чуть просело ниже, эти идеально. Это было первое, которое я фрезернул, чуть-чуть я ошибся, ну, в принципе... Это как раз я оставил на самый большой диаметр, где это значение такого не имеет. Ну, так-то они все, конечно, довольно плотно, потому что вынуть сходу крайне сложно. Ну, такие дела. В общем, спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно.